Статистика торговли по стратегии Multitrend за период 2018, первый квартал 2019 года по Сбербанку. Всего было совершено 1600 сделок в автоматическом режиме. Вот здесь сверху вниз они перечислены. Такая портянка сделок не очень удобоварима с точки зрения восприятия. Поэтому покажу кривую капитала. Начинал я с 200 тысяч. Вот так двигались деньги. В конечном итоге пришел к значению капитала порядка 650 тысяч. Как это выглядело в цифрах? Стартовый капитал 200, конечный капитал 651 тысяча. То есть суммарная прибыль 451 тысяча или 225%. Далее вот количество сделок 1601. Лонг отдельно принес 262 тысячи, шорт отдельно 188 тысяч. Из общего количества сделок 1601 прибыльных было 917 или 57%, убыточных 684 или 42%. То есть в целом я торговал с соотношением 60 прибыльных, 40 убыточных. Цена этих 225% прибыли какова? Вот просадка 105 тысяч рублей или в процентах 18, ну почти 19%. Эта просадка наступала вот здесь. Вот. Эти самые 18%. То есть в погоне за доходностью 225 приходится терпеть просадку 18. Это приемлемое соотношение, в том случае, если мы уменьшаем риск, то есть соглашаемся на просадку, допустим, там 9%, то, соответственно, доходность у нас тоже будет меньше, потому что мы уменьшаем риски. Итак, резюмируя, 225% при просадке 18 и общее количество сделок 1600. Такова статистика по Сбербанку.